Поселок Манас, находящийся от Каспийска, буквально в 15 километрах, стал очагом вспышки инфекционной болезни гепатита А. Только с начала прошедшей недели в городскую больницу Каспийска поступило 4 больных. У всех выявились схожие симптомы. Уже через несколько дней количество зараженных увеличилось. Так, на сегодняшний день на больничных койках 7 госпитализированных. Мы были в курсе дела, что в Манаске неблагополучие по вирусному гепатиту А. Звонили с центра госсанпеднадзора, доктор Оленникова. В воскресенье мы были там, обследовали, там неблагополучие. Очень многие там болеют. Видимо, или местами там трудновато, в Карабатакинском районе. К нам поступили, и мы приняли. Инфекционный больной мы должны госпитализировать там, где он выявлен. В основном на больничных койках подростки и малыши, трое из которых члены одной семьи, под капельницу попали вместе. Их покой охраняется медиками и их мамой, которые вот уже неделю не покидают палату малышей. Как рассказывает Айшат Эльмурзаева, дети начали жаловаться на тошноту и боль в животе, после чего врачи поставили диагноз. Первичные симптомы он у меня вырвал. Я даже поругала, я говорю, может, апельсины, мандарины дома, яблоки, все, говорю, вместе, наверное, перемешал, все, поел, соки тоже. После байрама сколько всего бывает, и сладости. Я поругала, я говорю, ты, наверное, все это перемешал, и вот желудок, говорю, не выдержал. На второй день муж привез и уложил со скорой помощью. Это двое, получается, ваших детей? Ну, трое. По словам самих родителей и врачей, главным источником заражения стала загрязненная вода. Однако степень ее зараженности жители Манаса не предупреждали. Вирусные гепатиты – это А, особенно вирусный гепатит А – это коммунальная болезнь. Коммунальная. Там, где неблагополучие по водоснабжению, неблагополучие по канализации, вот, и она возникает. Другое дело, если даже фрукты, овощи мы обрабатываем вот этой сырой водой, впоследствии они должны отдаться остуженной кипяченой водой. У нас вода иногда вот перебоями, но редко бывает с перебоями вода. В других районах бывает с перебоями, а у нас постоянно вода идет. Вас не предупреждали, чтобы вы пили только кипяченой водой? Нет. Это так резко стало, я сама лично в шоке. На сегодняшний день вирус гепатита А не представляет острой угрозы для жителей Каспийска. Все дети находятся под наблюдением врачей городской поликлиники, которая сейчас сделает все необходимое для их скорейшего выздоровления. Фаида Казаметова, Шахбан Гасанов, новости Каспий ТВ.